78 дел по хищению денег с бюджета находится в судах, 16 обвинительных приговоров. Национальное антикоррупционное бюро Украины отчитывается перед депутатами за этот год. Глава ведомства говорит, одно из главных достижений – возвращение в госказну почти 6 миллионов долларов. Инесса Занина продолжит тему. 219 чиновников и политиков высокого ранга оказались под подозрением антикоррупционного бюро с начала года. Это менеджеры госкомпаний, народные депутаты и судьи. Все пригадывают историю из... Все помнят историю с задержанием главы Государственной фискальной службы в марте 2017-го. Также были задержаны топ-менеджеры горнодобывающих компаний и народный депутат, возглавлявший определенный комитет Верховной Рады. В суд передали дело касательно главы счетной палаты по факту хищения в особо крупных размерах. Парламентарии к отчету директора НАБУ относятся скептически, говорят, дела рассыпаются. Антикоррупционный прокурор уверен, таких случаев не будет, когда появится специализированный суд. В который раз мы убедились в необходимости создания антикоррупционного суда. Я уже второй год говорю о том, что он нам нужен не сегодня, не завтра, он нам нужен вчера. В который раз я говорю о том, что нельзя откладывать его создание. Тогда никто не будет тормозить его работу и оглядываться на политические цвета. Расследование этих справ в Украине возможно. Расследование этих дел в Украине возможно, вне зависимости от того, какую политическую силу представляет фигурант по делу или к какой группе влияния он принадлежит. Это не останавливает антикоррупционное бюро в предъявлении подозрения и наличии достаточных доказательств. Сейчас антикоррупционное бюро расследует дела, которые нанесли государству убытки более чем на 3 миллиарда долларов. Инесса Занина, Игорь Каркадым, UATV.